Эти два последних года меня заставили и нервничать, и материться, и переживать, и немного разочарованным быть в своей стране. Потому что, извините, бизнесом мелким, большим, крупным, средним руководят у нас ушлепки. И часто эти ушлепки думают, что люди творческие, такие, которые создают аналитические программы, автостоп, дом, милый дом, это попрошайки, которые приходят и просят. Ну дайте, а мы вам что-нибудь сделаем, может быть, полижем где-нибудь. Нет, такого не будет. Попрошайки – это рекламные агенты. Поэтому, господа производители окон, господа продающие автозапчасти, у нас есть и зубы, и желание, и отомстить в том числе. Я бы, конечно же, мог бы сегодня рассказать, как легко, взяв, к примеру, лобзик, сделать себе навороченную фирму по производству плакостиковых окон из профилей, которые выпускаются километрами. Я бы, конечно, мог бы рассказать о том, как легко и просто, используя интернет, заработать деньги на запчастях. Но сегодня я приехал сюда, в Автолайф, на Галиуллина 5, для того, чтобы похвастаться перед вами тем, что я имею право выбирать, с кем работать. Да, мне сейчас больше не нужны ваши запчасти, а по-моему, нужны только деньги. Я еще подумаю, стоит ли у вас брать. Ну вот с деньгами-то я приехал сюда, чтобы сегодня оплатить, а завтра получить запчасти на такой дефицитный автомобиль Nissan Skyline. Если вы сможете привезти запчасти так же быстро, ну, давайте, готовьте шайбузи, мы про вас расскажем. А ничего вы из себя не значите. Самодовольные экзоты, которые, если остричь, окажутся драными котами. Ваш неликвид на полках – это только видимость товара. Ваши сроки – это брехня наивному покупателю. Ваша жирная самодовольность сдуется, если один и более шустрый за меньшие деньги привезет больше, быстрее и заработает в разы. Реально, возможность такая есть у всех и у каждого. Но Автолайф привлекает наличием в день-два расходников. Автолайф может, что и было доказано, по минимальной цене привезти даже последнюю модерновую резину. И это вызывает у многих изжогу, и тут не поможет Рени. Да и пусть и бесплатно, да и пусть и за копейки, но нам выгоднее работать с теми, кто понимает. Одно слово, один кадр с телевизионного экрана – это не тысячи визиток, сотни баннеров и децибелы билиберды по радио, потому как факт, озвученный далее – это чистая правда. А делать выводы вам, зрители, коих сотни тысяч, а не десятку барыг. Ну вот и мы теперь почти как Топ Гир. Только Топ Гир сейчас совсем не тот, который был раньше. Сейчас это возможность постебаться. Мы тоже будем стебаться над всеми остальными людьми, которые привозят в город запасные части. Ровно день назад я заказал здесь тормозные колодки и еще кое-что для достаточно редкого автомобиля Nissan Skyline в 33-м кузове, купе. День прошел, и вот все уже пришло. Теперь уже, господа, кусайте руки, владельцы интернет-подвязанных салонов и всех остальных. Мы будем говорить от лица Автолайфа, где мы за 1100 рублей